На самом деле у меня сначала вопрос есть, а вообще, вот это вроде как институт, тут студенты вообще есть? Вот, смотри, ну, довольно много. Это хорошо, потому что у нас доклад не похож на предыдущий, он такой более, на самом деле, general. Лайтовый, да, потому что готовился лайтовый. Изначально для студентов, поэтому, наверное, им будет, наверное, чуть более интересно, чем тем, кто с опытом. В общем, он будет понятен всем, даже тем, у кого нет бэкграунда в этой теме. Да? Доклад на самом деле в какой-то мере про архитектуру, но не про ту архитектуру, которая будет говорить вам, как избавиться от вашего легаси. Нет. Более того, скорее всего, если у вас есть легаси, это уже хорошо, значит, ваш проект уже зарабатывает деньги. Мы про то, как с этим, скажем так, мириться. Ну, давай представимся, во-первых. Да. Значит, это Кирилл Толкачев. Он один из лучших разработчиков в Альфа-лаборатории. Это подразделение Альфа-банка, занимающееся различного рода инновационными продуктами. Вот. И постоянный резидент подкаста «Разбор полетов» и просто хороший человек. Да, это Александр Тарасов. Он не менее хороший человек, наш как бы архитектор и по совместительству не очень популярный блогер. Вот можно почитать, как бы записать, у вас есть время. На Хабре тоже можно найти, здесь нет ссылки, но да, в принципе. Поэтому начнем наш стендап. Соответственно, понятно, что на самом деле все, что будет сказано, оно должно быть воспринято критически, потому что это работает для нас, не факт, что сработает для вас. Но, тем не менее, мы постараемся вывести какие-то общие принципы, которые вы сможете использовать везде, не опасаясь этого слайда. Поэтому поехали. Соответственно, Кирилл, ну вот смотри, я тут узнал, что есть идеальная архитектура. Ты вот знаешь о ней что-нибудь? Вот да, вот даже книжка есть «Идеальная архитектура». Как бы люди говорят, что вот мы сначала будем полгода думать, а потом, когда вот все продумали, мы сделаем, и все будет хорошо, как бы это на века, мы никогда не будем менять. Ну, наверное, такое бывает, как бы, но… Слушай, а вот у нас так оно, да? Ну, вот. Конечно, мы же работаем в лучшем банке, да, и все другие банки завидуют нам, вот все так, вот это. Мне кажется, ты это мероприятие немножко спутал и не на то пришел. Да, ну на самом деле обычно, когда вы приходите в любую компанию, там есть какая-нибудь фигня. И чтобы понять вообще, фигня это или не фигня, нужно следовать закону «почему», который говорит вам задавать вопрос «почему». Да, логично, там, вот вы приходите, какой-то JavaScript-разработчиком хотите, или там Java-разработчиком, а там jQuery. Вы такие, jQuery, типа, ну там 2016 год или там какой-то еще год. У меня есть лучшая история из жизни, к нам как-то человек пришел, в компанию, мы ему дали JDeveloper, не знаю, знаете ли вы такую среду разработки, и там, чтобы собрать артефакт, нужно мышкой так покликать по интерфейсу. Вот, и он первый вопрос, что он спросил, а где мой Maven? Ну, мы Maven сейчас не используем, а Gradle, но очень показательно. Ну, когда-то у человека был шок, да. То есть, потом этот человек собирал то, что собирается JDeveloper на Gradle, и как бы, ну, он смог. Окей, но почему так происходит? Вообще, наверное, вопрос не стоит искать в настоящем времени, а стоит поискать его где-то в прошлом, да, потому что те решения, которые сейчас уже используются и есть, они были выбраны не просто так. Это вот фотография Дубая, да, и, соответственно, ну, это давненько, я не помню, по-моему, 70-е, что ли, года. И вот там уже видно, что есть дорога, есть какие-то здания, и они вот остались вот в новой архитектуре этого города. И точно так же развивается архитектура любого, собственно говоря, ну, любой компании, да, и вашего продукта в том числе. Поэтому ответ на вопрос «почему» часто лежит где-то вот очень, очень давно или, соответственно, не просто давно, но еще и там последовательность каких-то действий может быть, которые предшествовали этому выбору. Вам нужно понимать, во-первых, когда это люди выбирали, почему они это выбрали, ну, как бы рассмотрим это чуть дальше, да. Теперь вот всегда на любой вопрос можно зайти с разных точек зрения. Вот Саша как архитектор, наверное, может нарисовать там архитектуру. Вот если мы к нему придем и скажем, Саша… Я тебе нарисовал уже, вот, давай. Вот. Это архитектура нашего приложения. У тебя вообще есть какие-то претензии к моему рисунку? Нет, кажется, как бы вот возразить нечего, да. Вот все мы читали, открываете любую книжку, там такие… Трехзвенная архитектура, мужики, да, это то, что вам нужно, вот по-любому. Вот. Ну, действительно, возразить сложно, но если посмотреть с другой точки зрения, это на самом деле идеальная работа, да, вот как бы претензий нету, как бы все так, да, наверное, если сделать, то работать будет тоже как-то так. Просто это очень абстрактно, да, и уровень абстракции, ну, зашкаливает. Да, с Луны Земля выглядит всегда прекрасно, но вот когда вот зарываешься в ваши разработческие, значит, катакомбы, что там-то происходит? Ну, вот с точки зрения разработчика всегда есть классы, да, разработчик работает с кодом, ему важны классы, диаграммки, вот все вот эти связи. Ну, и понятно, что на все эти классы и ваши связи как-то ложится, во-первых, ваш собственный бэкграунд, а во-вторых, бэкграунд вашей компании, да, какая-то специфика. Ну, например, не знаю, компания «Одноклассники», да, вот у них
одноклассники, да, у них, наверное, один класс. Ну, вот что-то такое. То есть всегда есть какие-то ограничения, концепции, принципы, ну и так далее. Вот. Ну, вот, например, у нас могло бы выглядеть вот как-то вот так. Ну, тоже на самом деле нифига непонятно. А сетевик бы что нарисовал? Ну, да, сетевик вам нарисовал бы карту метро. Ну, это как бы вот не карта московского метро. Воронежское метро, проектирование. Да. Наверное, Воронежское метро. Вот, соответственно. А новые ветки добавлять вообще ад, как бы. Ну, в общем, понятно, что и здесь тоже ничего не понятно. Поэтому вот, что вот эта архитектура, как ее нарисовать правильно, как ее сделать так, чтобы потом не приходили студенты. Не было стыдно. Да, чтобы не было стыдно перед студентами, которые говорят, что это за фигня вообще, что вы тут наделали. Мы думали, мы пришли в приличную компанию, а у вас какая-то дичь. Вот. Поэтому, соответственно, давайте попробуем как-то формализовать задачу. И обычная архитектура, ну, понятное дело, наверное, строится от каких-то требований, правильно? Да, бизнес приходит, говорит, мне нужна красная кнопка. Ну, вы понимаете, что надо реализовать красную кнопку. Вот, требования пришли. Да, ну, мы уже сами у себя берем и переводим как бы какие-то бизнесовые требования, там, функциональные требования, нефункциональные, ну и так далее. Все, наверное, как минимум там слышали про то, что это такое, что не существует и так далее. Но на этом на самом деле не заканчивается, потому что если все так просто, ну, все бы делали хорошую архитектуру, да, вот расписали бы свои функциональные требования, нефункциональные, и все бы получалось, все бы были счастливы. Да, на практике, наверное, существует нечто неизвестное, что делает одни проекты успешными, а другие не очень успешными. Вот какой-то такой секретный ингредиент. И вот Женя Кривошеев в своей лекции, он, тут есть ссылочка, тоже советую потом посмотреть, он рассказывает довольно много примеров различных вещей, которые тоже не всегда очевидны с первого взгляда. Да, на это еще можно посмотреть. Например, банально, даже состав команд, да, какие-то ресурсы, ваши бюджеты тоже влияют. Это тоже может быть секретным ингредиентом. Да, если у вас много денег, это прям вообще секретный ингредиент. Особенно откуда вы их достали. Вот. Но, ну да ладно, сегодня речь не про это. Сегодня мы в разумных рамках. Да, будем рассказывать про то, как мы искали наш секретный ингредиент, да, и, ну, работает он или не работает, как, ну, по крайней мере, с помощью него мы там, где мы сейчас, условно, да, вот на сцене и рассказываем вам про этот секретный ингредиент. Вот. Вот. Короче, будем составлять табличку, которая состоит вот из верхней и нижней части, и внизу у нас что, Кирилл? Внизу у нас некоторые принципы, которые, как называется, вечны, светлы и так далее, а вверху у нас какие-то инструменты, которые там были выбраны в соответствии с этими принципами, например. В общем, сейчас мы это все нарисуем и посмотрим. Ну вот, принципы и законы, они вообще говоря вырабатываются людьми, и вот Конвей придумал свой закон, который говорит нам о том, что структура, значит, нашей архитектуры в том числе будет очень сильно зависеть от структуры коммуникации внутри компании. И вот если у вас такая классическая структура внутри компании, то и архитектура, наверное, у вас тоже будет классической. Да, ну вот как Саша нарисовал, 3 квадрата, только вот они теперь не квадраты. Ну, не важно, на самом деле мы действительно проходили G-Tap, у нас был, точнее, есть продукт, да, интернет-банк, Альфа-клик, да, кто-нибудь вообще знает, что такое Альфа-клик? Ой, ну нифига, кто знает. Значит, пользуется. Ну, в общем, как говорится, Альфа-клик претерпел много стадий, соответственно, своей разработки, и когда-то он был там большим монолитом, в котором, соответственно, поучаствовало большое количество команд, и часто изначально эти команды были, то есть была команда QA, была команда разработчиков, была команда там администраторов базы данных, ну и так далее. И в каждой команде все было бы вроде хорошо, да? Да, в принципе, я вот разработчик, дальше вот прилесни, пожалуйста. Я вот разработчик, пойду писать код, а тесты, в принципе, мне не очень важны, и тестировщик потом протестирует то, что я написал, правильно? Вот, и в итоге получается так, что продукт разрастается, обрастает фичами, постепенно связи, абстракции начинают где-то протекать, и модернизировать и поддерживать его становится гораздо сложнее. Какие у нас были проблемы? Ну, банально, даже вот если абстрагироваться от вашего кода, проблемы за ним тоже есть, да, то есть то, что продукт, например, 3 дня устанавливается в продакшн, это как-то не очень, да, хочется типа фиксить баг, сразу увидеть, что все клиенты счастливы, но мы-то на своей стороне, например, фиксим как разработчики, да, как я как разработчик, пофиксил баг, дальше отправил, я не знаю, что-то сделал, куда-то отправил, и начинается череда людей, которые начинают там один базу данных подкрутил, другой, соответственно, положил архив в одно место, другой скачал его, другой загрузил его, ну и вот тут, как это все раньше было, да? Ну, давай, какие у нас вот проблемы были? Ну, стандартная, в общем-то, для таких приложений была сильная связанность между модулями, и тестов было мало, постепенно она захватывала регрессионную спираль смерти, потом, с которой потом героически боролись с помощью тестов на Selenium'е. Ну, это, в общем-то, довольно дорогое решение было, и в какой-то момент мы решили, что надо бы с этим завязывать. А кто-нибудь когда-нибудь писал тесты на Selenium'е? Вот, ну, писали. Ну, знают на самом деле, что задача неприятная. А если ваше приложение написано на JSF, писать тесты на Selenium вообще класс. То есть,
в общем, но как-то можно, слушай, вот все-таки, не знаю, побороться вот с этим, оттянуть, по крайней мере, момент смерти? Да, все наверняка слышали про различные хорошие практики, паттерны проектирования, да, и методологии тестирования, да, там, ТДД наше все, там, Гоф нас спасет, будем следовать Solid, как бы проблем не будет. Кирилл, ну ты крутой разработчик, просто следуем и все паттернам. Дело в том, что если каждый отдельный разработчик будет следовать каким-то принципам, как мы сказали ранее, проблемы все равно будут. Если они не будут конкретно у этого разработчика, то у всего продукта проблемы в любом случае будут, потому что нужны какие-то более такие фундаментальные принципы, которые позволят вам условно здесь держать весь проект. Да? И несмотря на то, что один человек или одна команда все делает хорошо, все равно имеет шанс зафакапиться самым ужасным образом, потому что в этом процессе обычно участвует еще огромное количество людей. Окей, в общем, в какой-то момент нам, как я сказал, уже, в принципе, это немножко надоело, и мы решили побить нашего большого такого монстрика на набор маленьких монстриков. Ну, для того, чтобы маленькие монстриками ими чуть проще управлять, чем большими. Вот, ну, эти маленькие монстрики тоже, в общем-то, неоднородные, мы их там тоже побили, чтобы у нас presentation layer ушел в одну сторону, отделился, API встал по-другому немножко разрабатываться, и мы перешли вот в сторону такой сервисной или микросервисной архитектуры, которую, если опять-таки в 7 квадратах и 6 стрелочках изобразить, то она будет как-то так. То есть тут есть какие-то старые сервисы, новомодные базы данных, есть какой-то API, который может и мобильное приложение, и веб использовать, и что-то мы на SOA делали. Да, вот что-то Александр пришел, говорит, SOA. Ну, как бы здорово, все это действительно похоже на SOA. Взяли, как бы принципы давно сформулированы, разбили все на сервисы, говорим, сервисно-ориентированный подход, пытаемся как-то этому следовать. Там есть, типа, вот 7 принципов, ну, по крайней мере, 7 принципов мы выписали, да. И в реальности оказывается, что всем этим принципам следовать, ну, просто как бы невозможно, и непонятно, в какой мере им все следовать. Поэтому, на Но самом они деле… Они все хорошие принципы, да? Да, принципы все верны, да, ну, юзабилити, ну, как бы, ну, кто не мечтает, соответственно, использовать то, что уже было до него, и сделать задачу за 15 минут вместо того, чтобы писать код и сказать, что вот я просто взял и использовал. Ну или не говорить, да, выглядеть вообще молодцом. Ну и так далее. На самом деле все это просто метрики. Это метрики, которые, ну, ваша задача как бы просто толкать их условно на этом графике вправо, да, чтобы ваши метрики росли и как можно больше удовлетворяли этим принципам. Проблема заключается в том, что часто эти метрики актуальны только в каком-то там, ну, в каком-то ограниченном контексте. И тут на самом деле понятно, что приводить все эти метрики к максимальному значению нет смысла, а имеет смысл именно смотреть на контекст, да, и работать. Здесь мы пересекаемся немножко с принципами domain-driven дизайна, и особенно в той части, которая рассказывает про ограниченные бизнес-контексты и выделение различного рода поддоменов. Ну, то есть, соответственно, один сервер — это один ограниченный бизнес-контекст. В принципе, довольно все просто. Ну, ладно, это, конечно, хорошо, но есть одна проблема. Когда к вам приходит архитектор, говорит, SOA нас спасет, вот 7 принципов замечательные, как бы, ну, обычный разработчик идет, ну, SOA, типа, что это такое? SOA, да. Гуглит, и ему выдает SOA из DIA, да, и он говорит… Кирилл, ты не читай типа желтые заголовки в статьях на Гугле, во-первых. Но, да, в принципе, вы только что попали в ментальную ловушку, поскольку у нас в голове часто принципы… Перемотай дальше, что часто принципы, они… скажем так, пересекаются с теми технологиями, которые мы используем, и в голове остается боль от использования технологий, а не радость от того, какие классные были принципы. И вот те, кто использовали SOAP в той или иной степени, наверняка знают, что там, в принципе, все довольно не так просто и не всегда очевидно, и есть куча различного рода проблем, и поэтому кажется, что вроде бы вот и статья на самом деле сама по себе, если ее прочитать внимательно, она не о том, что… ну, сервисный вот подход, он плохой, а в том, что его конкретная реализация в виде вот этих вот больших и тяжелых SOAP-сервисов оказалась не очень. Окей, мы поняли, что реализация — это как бы не главное. Вот наши три принципа, да, DDD, соответственно, закон конвея и SOAP-принципы, они важны, отложим их, они, кажется, со временем будут меняться мало и будут актуальны еще долго. Но тем не менее. Но тем не менее. Вот у нас есть проблема эволюции. Мы начали вот эти маленькие приложения делать, начинали с одного проекта, людей мало, артефактов мало, а сейчас у нас людей много, артефактов тоже много. И это очень сильно влияет. Очень сильно влияет на то, как мы разрабатываем и то, как мы делаем нашу архитектуру. Вот если бы ты был один, вот у тебя была бы задача написать какой-то сервис, вот какие у нас есть варианты? Вот можно несколько языков программирования выбрать. Надо писать на Java, на Python, на JavaScript или на Go, в принципе, неважно. Да даже вот на Java можно выбрать один из 7, как минимум, фреймворков для того, чтобы это сделать. Вот какой твой выбор?
Ну, как правило, ну, я бы выбрал наиболее понятный мне, да, знакомый, понятный, ну, просто мне нравится, я не знаю, да, соответственно, из каких-то своих общих убеждений, которые дадут мне возможность реализовать это, там, не плача каждый день в туалете, соответственно, как бы сделать это с удовольствием. Вот, так я и выбираю. Окей. А вот теперь у нас много команд, вот много людей, они все пишут, и, наверное, они все одинаковые, да? Да, действительно, не все такие, как я, все любят разные, кто-то любит поплакать, соответственно, или там, я не знаю, вот там Петя любит там Python, Сережа любит Java, а Вася любит девочек, и на этой почве у них у всех как бы разногласия. Соответственно, ну, нужно как-то приводить команды, наверное, к одному знаменателю или что, я вот даже не знаю. Да, и вот здесь есть такой принцип у нас замечательный, принцип LSD, который говорит о том, что у нас сложность нашей кодовой базы, она является простым вот мультипликатором между количеством языков программирования, фреймворков и источников баз данных, которые вы используете. Ну, давай на примере. Хорошо, предположим. Давайте возьмем простой пример. Вот, ну, пусть у нас будет в компании три языка программирования. Ну, у Гугла. У Гугла три, да, чем мы хуже, пусть тоже будет три. Соответственно, два в среднем фреймворка на язык, ну почему бы и нет, соответственно, и семь типов данных. Ну это мы просто взяли, посчитали все, что вспомнили, там находили у нас там какие-то веб-сервисы, какие-то LTP базы данных, OLAP базы данных, графы базы данных отрыли где-то, да, и там какая-нибудь Мишкина база данных, ну, вот пришла из 90-х, ну, есть она. Ну, вот 42 различных вариантов мы насчитали, соответственно, у вас теоретически, возможно, такая ситуация, что у вас 42 сервиса, и никто из них не похож друг на друга. Ну, то есть все в чем-то немножко, но отличаются в части технологий. Да. С точки зрения архитектуры и вообще менеджмента, это просто адский ад какой-то. Поэтому что нам надо сделать с точки зрения такого хорошего менеджера? Сократить, правильно? Да, поэтому хочется привести как-то нашу сложность к минимальному значению. А, соответственно, если мы хотим привести сложность к минимальному значению, чем-то нужно пожертвовать, да? Чем вот будем жертвовать? Кто за L? Кто языки программирования хочет убрать? А кто фреймворки считает, что лишними один язык? Блин, они все максималисты, ничем не хотят жертвовать. Слушай, а кто хочет источниками данных пожертвовать? Все в Postgres хранить, например, и все. Вот про Postgres услышали, сразу опустили руки. Да-да-да, давай следующий слайд. Это странно. Ну, видимо, в этом городе не любят Postgres. Но на самом деле, как бы, вот мы пришли к принципу, который говорит о том, что нужно максимизировать количество источников данных, при этом минимизируя общую сложность. Потому что часто семантику данных мы не можем переделать. То есть, если у вас графовые структуры данных, и вам с ними нужно как-то обращаться, то сложно сделать это эффективно в другой, ну, какой-нибудь, в реляционной базе данных. Можно, но сложно. Ну, все, наверное, на собеседованиях видели задачки, типа, сделайте мне древовидную структуру в реляционной базе данных. Ну, елки палки, как бы, да. Можно, как бы, все можно, но как бы всегда есть какие-то ограничения, и даже это можно сделать по-разному. Поэтому семантика данных наиболее важна и наиболее неизменяемая часть всей этой истории. Ну, давай посмотрим. Вот у нас, в принципе, так, да, то есть вот язык Java, соответственно, фреймворк там мы выбрали для себя Spring Boot, а, соответственно, источниками данных мы берем столько, сколько нам нужно, руководствуясь по большей части логикой и здравым смыслом. Да. Ну, в реальности, как бы, реальность все-таки диктует свои условия, и ограничения нужны для того, чтобы от них отступать. У нас есть команды каких-нибудь математиков, которым нужно что-то считать, и Python, как бы, к этому приспособлен лучше, чем Java, потому что у них есть привычные им пакеты, там, NumPy, там, соответственно, и прочие, которых нет в Java, соответственно. Они привыкли к этим инструментам, ну почему бы не дать им Python, потому что у нас есть там, ну, потому что можем, да. А еще есть люди, у которых стоит KPI написать за год один сервис на JavaScript и Node.js, и поэтому он тоже так мило появляется в качестве третьей строчки. Да, ну в любом случае, как бы на самом деле правило верно, но оно верно в основном там для 80% сервисов, которые более-менее одинаковые. Исключения всегда будут. Отложим наши новые технологии, да, и инструменты, это Spring Boot и там Java, как язык программирования, наш стек, и пойдем дальше, соответственно. Ну, короче, смотри, мы их всех как обезьянок в клетку загнали, и все замечательно, теперь все пишут на одном языке, фреймворки и так далее, проблем нет больше. Теперь все любят девочек, соответственно. Но, тем не менее, проблемы остались, несмотря на это. Остались проблемы почему? Давай, слайд. Короче, смысл в том, что мы артефакты выпускаем не только как бы на одних и тех же технологиях, но и мы их выпускаем в разное количество через какое-то время. И здесь основной вопрос в том, как мы начинаем наш проект. Кирилл, как ты вот начинаешь новый проект? Вот новый сервис надо тебе сделать. Я иду, смотрю, какой ты последний сервис сделал, и делаю его как-то вот так. Делай, как я. Да. Ну, это работает. Ну,
может быть. Но, однако, тут уже так получается, что код уже устарел, нужно что-то переименовать, что-то поправить, удалить неиспользуемое, сделать какую-то магию, а это все и время, и ошибки, и в итоге фрагментация. То есть заходите такие в проект к людям, смотрите, вы уже где-то там Spring Boot 1.4.0, а у них еще Spring Boot 1.2.7. Заходишь через год к людям в проект и видишь свой код годичной давности. Узнаешь. В новых проектах это такое бывает. Окей, вот мы решили улучшить наш процесс и теперь клонируем репозиторий. Да, сделали один golden repo, в котором как бы есть какой-то темплейт, в котором, ну не знаю, что-то закомментировано, что-то сказано, как нужно делать и так далее. И все теперь клонируют его. Ну, лучше же. Да, это чуть лучше, но на самом деле это лучше, но у него все те же самые проблемы. Все те же самые проблемы, но появилась, так сказать, петля обратной связи, в которой человек может прийти в этот репозиторий и сказать, вот тут у тебя какая-то фигня, меня это не устраивает, давай мы в темплейт добавим еще что-нибудь. Но опять-таки здесь начинаются организационные проблемы, что если вы забыли что-то проактуализировать, то этого не будет. Ну и, соответственно, очень сильно зависит от дисциплины внутри вашей команды и компании. Что тоже не очень прикольно. Да, мы стараемся выбирать более управляемые, соответственно, инструменты. И это инструменты, так сказать, такие интерактивные генераторы шаблонов проекта. Вот мы выбрали Lazy Bones, ну, вроде как довольно простой, но тем не менее есть и другие, типа Yeoman или даже Start Spring Kai, тоже можно считать за генератор проекта. Как это выглядит? Да, вы, соответственно, пишете некоторый шаблон и говорите, что нужно создать проект вот именно из этого шаблона такой-то версии. И далее в интерактивном режиме вас что-то спрашивает, говорите, введите мне там пакет, вводите пакет, введите мне там версию, выберите зависимости через запятую, да, и какой-то стандартный список зависимостей, вы их все перечисляете, и в итоге у вас шаблонный проект, который деплоится на ваши сервера, если там забиты логин, пароль, который, соответственно, имеет версию, ну, в общем, все для него уже создано, там даже документация. Да, открываешь идею, там уже все готово. Ну, и практически все, что нужно, чтобы начать разработку, остается только, как правило, написать ту логику, которая нам нужна. Да. Быстрый старт с наименьшим количеством ошибок. Ну, отложим эти прекрасные вещи тоже на наш стек и пойдем к проблемам насущным. Тебе вот нравится этот код? Ну, прикольный код, да. И код на следующем слайде тебе тоже, в принципе, нравится? Ну, он красный. Нет, меня что-то смущает. Но на самом деле, если вы один раз делаете какую-то задачу, а здесь, в общем, стоит задача, например, обрабатывать трифт-пакеты на некотором трифт-сервере, то, в принципе, если у вас один такой сервис, то проблемы никакой нет, и, в принципе, метод код устраивает. Ну да, boilerplate, но мы один раз написали, и ладно. Ну, с точки зрения клиентской части, там, в принципе, все то же самое. У нас есть еще где-то клиент, и он тоже вот такой вот не очень красивый, есть какой-то boilerplate. Но, в принципе, меня устраивает, когда такой сервис один. Но вот начинаются проблемы тогда, когда таких сервисов у нас становится много. А почему это плохо? Начинается проблема внесения изменений, да, то есть если мы резко захотели изменить какой-то протокол, то мы должны пойти и типа ручками, условно, в коде везде это пофиксить. И это не очень желательное, соответственно, изменение, потому что делать его трудно, нужно бегать по командам, чтобы все сделали. Соответственно, и более того, каждый вот весь этот код написал по-своему. То есть это здесь оно написано сейчас примерно одним образом, а каждый мог это сделать, не знаю, кто-нибудь, кто похитрее обернул в какие-нибудь бины, сделал какой-нибудь injection, кто менее хитрый запихнул все в public static void main, и у него вроде работает. Но как бы подходы разные. Соответственно, тут есть как бы решение, которое заключается в том, что немножко перевести это в плоскость таких декларативного конфигурирования и вот с помощью метаданных, да, то есть мы размещаем какой-то аннотацией, как я не знаю, как мы в Spring пишем REST-контроллеры, и все, наш класс превратился, соответственно, в какую-то конкретную имплементацию для сервиса, вот как бы, который мы там описывали до этого в наших трифт-файлах. Ну, и то же самое с клиентом, да? Да? Okay. Это выглядит хорошо, тут практически нет boilerplate, который занимается конфигурацией нашего кода, он где-то в нашей библиотеке. Вот, и здесь главный вопрос, я вот, ну, всю жизнь делали разделяемые библиотеки, делаем библиотечку, кладем ее, кладем на сервер, ну, классно, все работает, а у тебя вот тут написаны какие-то умные библиотеки, что-то такое. Твоих разделяемых библиотек никому недостаточно, потому что все живут в реальном мире, а в реальном мире у вашего приложения есть какой-то life cycle. То есть, соответственно, у вас есть фаза старта, конфигурирование, да, когда конфигурирование заканчивается, соответственно, приложение может работать. Или еще сколько-то секунд ему нужно, не знаю, чтобы какие-нибудь данные загрузить из базы данных. Значит, процесс конфигурирования чуть более длинный. И, соответственно, нормальная библиотека должна как бы все это учитывать. Ну, подожди, вот я тебе написал вот пример, как у Пелевина, вот у меня здесь есть креатор, и он, собственно говоря, создаст мне ровно такой же вот в итоге объект, но у меня нет никаких аннотаций, смотри, тут вот все там чистое там, и красиво.
ну вот твой креатор, твой творец не знает, к сожалению, про контекст приложения, а если и знает, то сделать это довольно сложно. То есть ты должен в своем статическом методе учесть довольно много параметров. То есть, например, если твой клиент должен получить информацию о сериализаторе, он должен, например, какую-нибудь bin достать. Значит, здесь должна сгенерировать какая-нибудь прокси, которая будет lazy, которая начнет инициализироваться только после того момента, когда у тебя будет готов bin, который будет сериализовывать данные. Нет, что-то очень сложно. Все, ну, я все понял. Все правильно. Вот. Просто как просто? А просто мы показывали вот просто вот так, да, соответственно. И Spring на вас, за вас берет на себя всю ответственность по инициализации этого клиента. То есть он знает про свой лайфсайкл, он знает про зависимости бинов, у него есть этот граф, он проинжектит все в нужный момент, и все будет хорошо. Да, и тут такой пример есть отличный из интернета, прям вот. Давай. Вот как предыдущий докладчик сказал, что Spring будет слишком сложный, там аннотации, он делает какую-то магию. Ну да, иногда делает. Как бы... Но это работает, как бы, ну, тут на самом деле, конечно, не все Spring Boot, но тем не менее, да, есть некоторые сложности с пониманием этого. Но представьте, если бы все это было написано кодом, как бы там еще сложнее было бы разобраться. А тут можно надеяться, что это хорошо работает. Можно хотя бы надеяться, что это заработает. Ну ладно, в общем, да. Вывод простой. Делайте библиотеки, которые учитывают жизненный цикл вашего приложения. Да. Вот смотри, все мы любим документацию. Я как архитектор особенно люблю документацию. И вот иногда бывает так нужно, что я из одного сервиса хочу, например, сослаться на другой сервис. Или всю картину в целом узнать. Мы порешали какие-то свои локальные проблемы. Да, вот мы пишем сервис, да, и нам нужно в сервисе как-то сослаться на другой сервис. Да, мы решили одну проблему, распилив на много сервисов, и получили другую проблему, что теперь документация разбита, например, по разным репозиториям. Ну, как обычно люди делают. Ну да, копи-пейст как бы из одной документации в другую, и говорят, что вот можно посмотреть там, или прям кусками, шматками впихивают. Ну, как не очень копипастом. Ну давай, да, это быстро становится неактуальным, и есть проблемы. Благо ASCII Doctor, например, нам предлагает возможность инклюдить документацию из других источников. Ну, это, в принципе, работает, да, можно путь написать у себя на тачке, собирать у себя на тачке или на сервере, или прям HTTPS URL, который будет Кирилл, погружать. Кирилл, я верю, что ты можешь лучше. Да, но тем не менее мы уже один раз декларируем все эти зависимости. Если наш сервис зависит от другого сервиса, у него есть какая-то зависимость на это уже на уровне, там, соответственно, вашего сборщика. Да? То есть, например, в Gradle вы пишете, что мы зависим от сервиса. И если у нас эта зависимость уже есть, почему бы ей не воспользоваться и в документации? То есть, ну, мы написали некоторый плагин, да, который, ну, плагин для ASCII Doctor и плагин для Gradle, который умеет, соответственно, собирать документацию и инжектить документы из джарников с сервисами. То есть мы запаковываем исходники документации ASCII Doctor в зависимости, и потом их можем подключать, в общем-то, если это нужно. Да, и в общем получается так, что в итоге мы можем собрать наконец-то такой необходимый для любого архитектора UberDoc, в котором будет все сразу написано, и он его там залпом прочитает все 70 страниц HTML и будет рад. Да, и это большое, ну, как бы это и проблема, и с одной стороны проблема, потому что вы начинаете исповедовать новые подходы, которые заставляют вас делать новые тулы, потому что, ну, просто еще и до вас их никто не сделал, а вот очень нужно на самом деле, потому что есть боль. И здесь вот такой интересный парадокс. Несмотря на то, что мы создаем большое количество сервисов, они вроде бы как независимы друг от друга, и вроде бы как система распределенная, мы как никогда нуждаемся в том, чтобы у нас были хорошие централизованные библиотеки, инструменты и какой-то набор правил, которые мы следуем. Все так. Но вот единственное, что не нужно делать, где это правило имеет исключение, не нужно размывать бизнес-контекст и пытаться так логику приложения переиспользовать. Это не очень прикольно. Окей, ну что, кладем все на наш стек и идем дальше. Отложим все общеизвестные инструменты на стек и пойдем дальше, соответственно. А дальше у нас изоляция данных. Ну, кто запихивал все данные в одну базу данных, а потом имел проблемы с DBA-щиками, тот знает, что там должны быть тейбл-спейсы, данные должны быть изолированы, и не дай бог какая-нибудь редиска перезапишет какие-нибудь данные, и потом можно очень долго разбираться, что же произошло. Ну вот смотри, значит, у нас было одно приложение, была одна база данных, мир был прост и понятен. Да, потом мы взяли и разбили, делали много сервисов, а база у нас осталась одна. Вот, например, такой подход. Да? А все, что нам нужно, мы изолируем на уровне там, таблиц, схем или хранимых процедур. И что у нас тогда получается? Вот у нас есть набор API-шек, у нас есть некоторая база данных, да, и все эти API ходят к этой базе, и вам кажется, что у вас есть горизонтальное масштабирование этого API. Но на самом деле, конечно, его здесь нигде нет, потому что смасштабировать базу данных вы здесь все равно не можете, независимо, по крайней мере, друг от друга. И получили такой хороший распределенный монолит. Что будем делать? Что говорят апологеты сервисного? В книжках пишут, что микросервисы должны быть независимы.
Ой, я сказал микросервис. Ладно. В книжках пишут, что микросервисы должны быть независимы. Использовал запрещенное слово. Да, соответственно, согрешил. Но, тем не менее, в книжках пишут, ну что значит, мы поднимаем сервис, к нему поднимаем базу данных. Ну, как бы в наших... Не всегда это возможно, если вы там на том уровне, когда можно это действительно делать, у вас много мощностей, и вы можете автоматизированно это делать, а главное, что самое сложное, поддерживать, то окей. Ну, мы же еще и банки, и поэтому у нас есть много транзакций, а делать распределенные транзакции — это не всегда приятно. Вот, и поэтому, наверное, тоже тут есть какие-то свои проблемы, и очень не хочется проснуться, а у тебя комиссия два раза, например, списалась. Да. Это всегда некоторый компромисс, поэтому мы на самом деле еще имеем ограничения, связанные с тем, что у нас действительно есть legacy хранилище со всеми транзакциями, и там очень много логики, как водится на хранимых процедурах, да, все как бы по классике. Вот, и вынести ее не такая простая задача, поэтому... Наша легаси тянет нас на дно, ну и ваша легаси будет тянуть вас на дно, собственно говоря. И вам нужно будет с этим как-то жить и справляться. Но мы верим в том, что решение да. есть. Ну, помимо того, что оно тянет вас на дно, оно зарабатывает вам деньги, поэтому работает не трогай. И истина где-то посередине, да, то есть нужно, видимо, для какого-то класса операций предусмотреть ну, простую возможность сделать транзакции на уровне базы данных. Поэтому как бы, ну вот у нас вот как-то так, да, Александр? Да, ну примерно так. То есть у нас часть сервисов, которым нужна транзакционность, можно получить. Положить в одну транзакционную базу данных, а все остальные сервисы, которым это не нужно, можно вынести в отдельные базы данных. Вот. И, ну и вот если посмотреть там схему миграции, то вот потихоньку можно отщипывать такие кусочки и пытаться их вынести на там честный уровень изоляции. Да. Пока у нас, конечно, M много меньше L, но тем не менее появляются новые задачи, скорее новые требования. Наоборот, мы стремимся к тому, что M стало много меньше L, да, но у нас это не так. У нас это не так, да, но мы стремимся, и, соответственно, появляются новые задачи, новые требования, на которых это можно реализовывать. Ну и это нормальный путь, соответственно, миграции с одного большого хранилища там, на какие-то специфицированные источники данных, ну, как бы в большой компании. Тем не менее, отложим эти принципы, принцип даты изоляции на наш стек и пойдем к следующей проблеме. Ну, в общем, кто считает, что его заработа заканчивается тем, что он написал код и ПО работает на его машине, это, наверное, не очень клево, поэтому наша задача все-таки доставлять ценность клиенту, как мы раньше доставляли. Вот, ну, VAR, собирали VAR, да? Сервер. Я помню эти времена, я помню, как кластера падали из-за того, что один сервис ЦПУ выжирал там до 100%. Вот. И, в общем, все не очень прикольно. И поэтому какая его здесь... Ну, сегодня модные жирные жарники. Вот, соответственно, мы собираем все зависимости, независимо от какого-то рантайма вашего сервера приложений, деплоим, и все работает там, условно, более стабильно и проще поддерживается. Но есть некоторые, соответственно, моменты, когда нужно что-то там обновить, какую-то библиотеку. Но вот мы пошли по пути, что нам проще, соответственно, апдейтить все приложения, чем заморачиваться с какими-то внешними зависимостями нашего контейнера. Но, ну, да, стандартная фраза Джоша Лонга: делай жар, не делай вар. Ну, все понятно. Короче, да, будь добрым, не воюй, но мы пошли, соответственно, еще дальше, потому что появились новые проблемы, связанные с Node.js. Ну, все знают, что Node.js — это большая проблема, вот, а NPM — это еще большая проблема. Да? И когда вам говорят фронтенд-разработчики, что вот, чтобы наш фронтенд работал, мы должны еще поставить Node.js на продакшн, ты начинаешь задумываться, а как это вообще должно работать. И когда ты начинаешь разбираться, как это работает, там как бы полный ад, и понимаешь, что нужно теперь изолироваться не только на уровне твоего приложения, не на уровне архива с твоим приложением, но еще и на уровне операционной системы. Ну, короче, как-то унифицировать все эти вещи. Ну и решение, в принципе, оно лежит такое на поверхности, очень популярное сегодня. Используют его практически все, в продакшене еще больше людей. Это Docker, и, соответственно, вот мы пришли к такой концепции, что давайте делать лучше сразу контейнер, который готов и работает, чем делать какие-то непонятные артефакты в разных языках программирования, как-то их менеджерить еще по-своему. Вот. Ну, эти артефакты, мало того, что их нужно собрать, их еще нужно доставить. И я вот помню в мои такие, ну, молодые годы, я заходил там на сервер, кидал там джарничек в папочку с Tomcat и перезапускал Tomcat, клиент был счастлив. Давай так же будем делать. А если там уже работает этот джарник, если он запущен, что будет? Понятия не имею. Unzip exception будет. Но могут быть и более страшные последствия. Но не суть. На самом деле, действительно, с консистентностью в этом случае плохо, поэтому нужно действовать как-то по-другому. Да, отделять, как говорится, муху от котлет. И сначала, например, собрать и сделать это отдельным циклом, а потом это разворачивать вот с помощью, например, какого-нибудь там Ansible на разные среды исполнения.
Тем не менее, вот тут есть некоторые проблемы с тем, что мы прибиваем конфигурацию молотком. Да, то есть вот возьмем наш там плейбук, в котором что-то прописано, что, где развернуть, какие сервисы, и вы их жестко прибили к какому-то набору серверов. Да? А если вам нужно два сервиса на одном сервере, да, у нас предложим, жирные сервера могут там два инстанса поддержать. Не, ну я скопирую тебе просто, вот сделаю еще одну строчку, потом еще одну строчку, еще одну строчку. Да, я все могу. В современном мире действительно у нас нормальные текстовые редакторы, мы можем копи-пейст сделать быстро, да, и даже там типа massive rename делать, порт увеличивать на один в каждой строчке. Это не проблема. Проблема начинается, когда вам инфраструктурно нужно сделать что-то дополнительно. Когда вы, например, что-то редеплоите, и вам нужно перенастроить, например, балансировщик. То есть мы перенастраиваем балансировщик, деплоим новую версию, смотрим, как она работает, снова перенастраиваем балансировщик. И вот этот простенький плейбук уже превращается в какой-то, ну, в какой-то ад. Да? Его сложно поддерживать, сложно работать, и кажется, что всю такую дополнительную работу вы не должны делать. Это должна делать в современном мире какая-то автоматизированная система. Оркестрация. Да? Вот, да, весь этот фан-сервис, он падает на какой-то оркестратор. И выглядит это должно так. Да? Все, ну, о чем вы должны заботиться, это о количестве ресурсов, которые подкрепляет ваше приложение. Ну, в том числе, да, порт, вот порт, условно, тоже потребляет, тоже какой-то ресурс. Ну, то есть я просто задаю, говорю, я хочу 3 контейнера с гигабайтом памяти каждый, и задеплоим его куда-нибудь. Да, куда-нибудь, и система уже сама решает, сама настраивает балансировщик, сама деплоит, zero downtime, все дела, и как бы счастье есть. На сегодняшний день уже есть даже несколько решений, которые позволяют вам развернуть это, вот, если вы такие же несчастные, как мы, например, да, вот мы не можем пользоваться каким-нибудь Amazon или там Cloud Foundry или даже, не знаю, там DigitalOcean по одной простой причине, потому что мы банк, у нас есть требования, у нас есть отделы безопасности, которые говорят, что чуваки… Ай-яй-яй, придут тебе скажут, ай-яй-яй, Amazon. Да, только свои дата-центры, только, соответственно, белые халаты, только по пропускам в них, ну и так далее. Короче, стоит оборудование, к нему не подступиться, какой уж там Amazon. Поэтому все свое, и на своем нужно делать словно свой пас. Поэтому как бы, нам хотелось бы, конечно, использовать наши сервера точно так же, как мы используем их там на Амазоне. И для этого нам, как называется, пришлось пройти долгий путь. Да, вот SysAdmin, он был сначала и предоставил нам в первый день один большой сервер, куда мы деплоили все свои приложения, и было хорошо. Было не очень хорошо, они конфликтовали по месту на жестком диске, да, по путям, да, начинали перетирать друг друга. Я уж не говорю, что за память и CPU они тоже начинали рано или поздно драться. Вот, и тогда SysAdmin пришел на второй день и сказал, что давайте мы сделаем виртуальные машины, и стало хорошо-то после этого. И стало хорошо, но недостаточно хорошо, потому что люди начали резервировать себе ресурсы, а вот отдавать они их не стали. По одной простой причине, потому что нужно пересоздавать виртуальную машину, освобождать, соответственно, какие-то ресурсы. Это адовый геморрой, и никто этим не хочет заниматься, поэтому у нас простой ресурсов. Ну и тогда как бы… Да, и тогда пришли мы и сказали, давайте использовать контейнеры. Ну, говоришь контейнер, подразумеваешь докер, да, в нашем случае. Поэтому вот. Ну, в общем, как-то мы решили проблему с тем, что теперь и ресурсы вроде изолируются, и как бы они еще динамически там как-то перераспределяются, и железки остались. Да, как-то скрестили эти два подхода, и вот здесь видно скриншотик, может, не очень хорошо, но тут вот раскатывается приложение, видно, что какие-то контейнеры уже стартанули, какие-то еще будут стартовать только. Ну и, в принципе, весь процесс деплоймента простой, понятный и удобный. То есть мы в данном случае используем Mesos и вот интерфейс марафона, который раскатывает long running task для API. К чему мы вообще пришли? Да? Мы пришли от статической привязки ресурсов к динамической привязке ресурсов, которая позволяет нам как-то играться нашими приложениями, перераспределять их для, например, обслуживания серверов, для там, скейлинга наших приложений или какой-то там тонкой подгонки. То есть на самом деле это просто создание системы, в которую вы можете забивать костыли на любом уровне, как бы, и это самое главное. Без костылей никак. Ладно, да. Поставим все это дело дальше на стек. И вот смотри, тут следующая проблема. Вот мы говорим, что теперь наши сервисы фиг знает, куда деплоятся, и непонятно, какие IP-адреса, какие порты у них, что делать с конфигурацией. И в очередной раз мы как бы сами сделали проблему и сами пошли ее решать. Героически. Да, героически. Теперь мы должны найти наши несчастные сервисы, как бы, чтобы доступиться к ним. Ну, понятно, что на самом деле можно настроить какой-нибудь ПО, который будет смотреть, какие там контейнеры, где запускаются, инсертить записи в базу данных о том, что приложение такого-то типа запустилось на такой-то ноде, его доступно на таком-то порту, и после этого, соответственно, эти данные пулить, ну, и иметь доступ. Это еще писать надо, давай следующий вариант. Ну да, чем больше приложений, тем быстрее сдохнет ваша база данных, да, есть некоторая проблема. Второй подход – это когда мы уменьшим нагрузку на базу данных и сделаем, например, на каждом узле некоторый балансировщик, который будем переконфигурировать по мере прихождения новых инстансов приложений. Тоже опять должен писать все. Да, мы должны все это написать.
собрать, все это сделать, как бы, ну, даже сделали вроде, но нам не нравится. И, соответственно, есть специализированные решения, есть, соответственно, решения для произведения сервис Discovery, да, есть консул, есть Эврика, но их, конечно, одних недостаточно, потому что они работают в купе со следующими принципами, да, принципами load-balancing'а ваших запросов, то есть client-side, когда, соответственно, вы всю логику зашиваете на клиенте, то есть ваш клиент сам получает из сервис registry информацию о инстансах какого-то приложения и сам балансирует запросы, сам обрабатывает ошибки, сам обрабатывает ретрай. И второй вариант — это когда вводится промежуточная сущность, прокси, которая позволяет, соответственно, делать все то же самое, но обращаться вот как вот в случае с Nginx, да, то есть это сервер-сайт load balancing. Окей. Это вроде хорошие подходы, хорошие инструменты, отложим их и пойдем и дальше. Идем дальше. В общем, когда у вас маленькое количество сервисов и не очень сложные цепочки взаимосвязи между ними, то в принципе у вас нет проблемы, что как эти сервисы вообще работают, а что делать, если вот тот нижележащий сервис не ответил и так далее. Постепенно сервисов становится много, и наша архитектура становится вот такой красивой и прекрасной звездой смерти с большим количеством каких-то связей. И совсем непонятно, что же нам делать, если какой-то один из там сервисов на третьем уровне вложенности сказал, что не смог. Представьте, сколько будет ошибок, если отказал сервис на самом дне. Вот, как бы, ошибка пойдет по всем сервисам, а это долго, больно обычно. А если там есть еще ретрай, то вообще ад. Давай примерчик. Вот. Да, простой пример. Вот наш. Кот пришел заказывать бегемотов, у него есть несколько сервисов, у нас, чтобы реализовать коту эту замечательную фичу. И где-то есть блокчейн-сервис, ведь сейчас все с блокчейном становится краше и прекрасней. Мы не могли его не включить в наше рассмотрение. И он у нас вот в стандартном штатном режиме работает 5 миллисекунд. Все замечательно до тех пор, пока он не становится работать 300 миллисекунд. У нас начинаются тайм-ауты, клиенты начинают ждать, сервисы начинают повторять запросы, блокчейн-сервис потихонечку начинает ложиться, потому что пользователь ждет долгое количество времени, и случается синдром F5, кнопки F5, да? Хотя вот на маках… Анимашечку покажешь, как он случается? Да, вот, соответственно, раз, синдром F5, да? То есть пользователь начинает жать, ну, на маке, благо, теперь F5 не нажать так просто, но тем не менее, люди кладут сервисы, нажимая F5. Это как бы факт. Поэтому нужно как-то исключить. Как будем решать ситуацию. Проблему? Давай, да. Решение. Попробуем вылечить наш блокчейн-сервис за счет паттерна Circuit Breaker, который декларирует три состояния. Это, соответственно, открыт, закрыт и наполовину открыт, как ни странно. Да? Стакан наполовину полон. Да, все сложно, поэтому давайте на примере. Да, вот у нас, соответственно, сервис стал отвечать долго, появились ошибки. Когда процент ошибок переходит какой-то threshold, случается открытие нашего Circuit Breaker. И в этом состоянии он не пропускает запросы к нижележащему сервису. Сразу срабатывает fallback на самом деле на его уровне. И он со временем переходит в состояние наполовину открыт. Вот, наполовину открыт. И в этом состоянии первый успешный запрос откроет его полностью. И это будет означать, что наш блокчейн-сервис пришел в норму и стал работать по-человечески. И теперь можно обрабатывать клиентские запросы до конца. Ну да, клиенты поняли, что у нас временные трудности и перестали жать кнопку. Есть разные решения, которые имплементируют данный паттерн. Это и Hystrix, и ApacheCamel, и Akka, и, наверное, что-то еще это умеет делать. Мы у себя используем Hystrix, поскольку он имеет хорошую интеграцию со Spring Boot'ом. Даже, я бы сказал, со спрингом, но не суть. На самом деле Hystrix довольно сложная штука, которая делает еще много полезных вещей, типа продюса метрик, которые вы можете собирать, можете вводить дашборды и так далее. Но это как бы отдельная история, о ней как бы еще целый доклад можно говорить. Мы просто отложим этот замечательный инструмент в нашу табличку и пойдем дальше. Соответственно, когда опять-таки у вас мало артефактов, то в принципе… Вы можете залогировать, в принципе, каждый из них и жить спокойно и счастливо. В том случае, когда артефактов у вас становится много, то нам нужно как-то вот понимать, а где же корень нашей ошибки находится. Да, кажется, что если случилась какая-то проблема, нужно найти ее проблему. Но, как говорится, если вы ничего не мониторите, у вас ничего нет, то и проблем у вас на самом деле нет. До тех пор, пока к тебе не приходит саппорт и говорит, знаешь, тут проблема. Если вы используете, соответственно, как-то подход к тому, что ваши сервисы, так сказать, самовосстанавливаются, да, у вас есть Hystrix, запросы перебрасываются на рабочие узлы, проблема может возникнуть, но выстрелить
гораздо позже, чем она, соответственно, появилась. И это проблема, потому что любую проблему на самом деле хочется замечать, как только она возникла. И, соответственно, чтобы ее замечать, есть различные подходы. Если мы начинаем бить все на много маленьких сервисов, нам нужны уже не просто логи, а нам нужны некоторые агрегированные логи по одному запросу, то есть такие сквозные. Понятно, что можно добавить один простой заголовок в каждый сервис, но когда ты говоришь в каждой команде «добавьте один простой заголовок и прокидывайте его везде», каждая команда, опять же, сделает это по-своему. Даже, соответственно, если они все пишут на одной технологии, на одном фреймворке, и все они любят девочек, все равно сделают по-разному. И каждой команде, которая делает новый сервис, это придется думать, как сделать еще по-новому, потому что все те команды наверняка сделали плохо. Мы уже поняли. Умная библиотека. Нужно лучше. Да. Умная библиотека. Умная библиотека. И она есть. Да? Соответственно, Spring Cloud Sleos — это проект, который позволяет это делать за вас. То есть вы подключаете, если вы используете Spring Boot, там все вообще замечательно. Он интегрируется и с Hystrix, и с множеством других фреймворков, и с Tomcat, да, соответственно, добавляя в реквесты вот эти request ID, и на все уходящие запросы добавляя тоже метаданные, чтобы потом их уметь смачить. И OpenZipkin это, ну, по сути, сопутствующий. Ну, хранит проект. Он и дашборды нам строит. Да, в общем, как вернемся. Это работает? Код пришел, стал заказывать, мы для запроса от кота сгенерировали ему две штуки. Первая называется Trace ID, и она у нас не меняется на протяжении всего запроса. А вторая штука называется Span ID, и она по мере движения запроса меняется. Тем самым по Trace ID мы можем отфильтровать полностью все запросы, которые у нас были, а по Span ID понять, что же у нас было на каком-то конкретном участке. Да, и вот в конечном итоге запрос возвращается обратно, и мы все эти данные у себя знаем и залогировали. Если мы настроили еще и откидывание всех этих данных в Zipkin, то потом можно получить дашборд, в котором будет некоторый скоринг запросов по, ну, по самому, самый, топ самых долгих, например, да, мы смотрим самый долгий запрос, жмакаем на него, и нам показывает проблему, что в этом запросе был вызван там такой-то сервис, этот такой-то сервис был вызван не просто так, а был вызван аж три раза, да, сработал ретрай три раза, потому что настройки такие были, и ни один из ретраев не сработал, потому что, видимо, все инстансы этого приложения, они валялись, поэтому этот запрос был очень долгий, потому что было аж три попытки, и все были там, например, с тайм-аутом. А вообще, вот как время меряется? Вот мы смотрели прошлую схему, и ничего про время там нет. Да, на самом деле, на первой схеме были еще не все данные, которые Sleos вставляет и отправляет в Zipkin. Все данные, там есть еще дополнительные данные, потому что Span ID бьется на несколько штук. Каждый Span ID — это отправка с клиента, отправка с сервера, ну и то же самое на получение. То есть и каждая промещается каким-то таймстемпом, чтобы потом можно было в том интерфейсе, ну, нарисовать. Да, если проще, у нас просто есть 4 события с 4 таймстемпами, 2 на клиенте, 2 на серверной части, и на основании их мы всегда можем построить то, как наш сервис работал, кто действительно отвечал долго, где у нас были какие задержки. Окей, в общем, мы добавляем все эти замечательные инструменты к себе в табличку, и, кажется, мы ее с тобой завершили. Да, кажется, она уже выглядит завершенная, но наверное, тут нифига не видите, это сделано, да. Сделано специально, не бойтесь. Это сделано специально, чтобы вы не могли прочитать, что там есть, потому что это как бы работает только для нас. Вот, и концепция на самом деле заключается в том, что… концепция заключается в том, что когда вы начинаете разбираться, надеюсь, мне было слышно, ну, на записи не будет. Очень просто. У нас был отзыв с доклада, в котором кто-то написал, что в вашей схеме ничего не видно. Вот, поэтому мы решили сказать, что так и должно быть, наверное. Да, соответственно, у вас будет другая схемка, наша схемка, она, возможно, вам будет не очень полезна, а если что, потом можно на слайдах посмотреть. Но, в общем, концепция заключается в том, что вам нужно составить, когда вы приходите в компанию, вам первое, что нужно сделать, это понять вообще, что есть, и вот в этом помогает табличка, да, какая-то такая сводная табличка технологий и, наверное, с расшифровкой, что где, когда нужно. Вот. Ну, и принципы второе... вам все равно нужно самим как-то сформировать для себя, те, которые будут работать у вас в зависимости от той культуры внутри компании, которая существует, и от тех навыков и продуктов, которые, собственно говоря, вы делаете. И при всем при этом первое, что вам нужно сделать, это на самом деле смириться и простить вашу архитектуру, соответственно, все, что наделано вашей компании, потому что сразу все это дело понять невозможно, потому что оно делалось на протяжении, скорее всего, многих лет. Нам на протяжении многих лет были актуальны разные инструменты, и когда-то jQuery был хороший, все его любили. Сейчас как бы все его любят, например, хейтить, или
или там JDeveloper когда-то тоже всем нравился, наверное. Хотя не знаю, насколько как это применимо. Как не было таких времен, ну ладно. Ну, не суть. В общем, соответственно, главные принципы это в том, что на самом деле архитектуру нужно простить, потому что это сложная штука от огромного количества параметров, которые еще и формируются в процессе вот, жизненного цикла этой самой архитектуры. И это реально сложно. То есть это реально процесс такой больший социальный, да, то есть большое количество людей поучаствовало, ну, в этом процессе. Социотехнически его можно назвать, потому что есть и техническая составляющая, есть социальная часть. То есть и технологии важны, и люди тоже важны, как ни странно. Тем не менее, несмотря на то, что мы можем ненавидеть какие-то технологии и, там, называется, огорчаться, что они у нас есть, главное понимать, выделить для себя те принципы, по которым все это делалось, если они, конечно, есть. Но если они есть, то уже на самом деле это радует. Это значит, что на вашей архитектуре люди думали, там есть какие-то принципы, и вот уже принципы, они должны, условно, проходить и быть актуальны сквозь время, через много лет эти принципы, как вот SOA-принципы, более-менее актуально с теми или иными правками. Вот, поэтому нужно использовать те принципы, которые хорошие, несмотря на то, что они могут иметь уже достаточно солидный возраст. Вот, каким-то образом решать проблемы с тем, что как менеджерить наши команды разработчиков, и в этом нам помогает принцип LSD. ЛСД всем помогает в этом случае при общении с людьми. Понятно, что есть еще принципы изоляции данных. Да, когда у вас есть некоторые легаси, вы можете идти разными путями, вы можете его не трогать. В случае источников данных можете пытаться разбивать его, а можете пытаться просто рядом делать новые, если это действительно необходимо. Само собой, парадокс централизации, если вы начинаете переходить от централизованной системы к распределенной, если это необходимо, конечно, это дополнительная сложность. И эта сложность может быть нивелирована путем того, что вы создаете хорошие централизованные инструменты для работы с вашей распределенной системой. Это тоже как бы работает. Мы собственно, на собственном опыте убедились, что если есть заранее готовый хороший инструмент, это как бы экономит всем время. Да, если его нет, то получаются очень такие не очень хорошие сайд-эффекты. Ну и, конечно, в современном мире уже, как называется, уже грешно статически привязывать ресурсы, когда есть такие простые инструменты, как Kubernetes, или более сложные. Простые. Или более сложные, как Mesos. Ну или если вы нормальный человек и можете пользоваться, нормальная компания, вы можете пользоваться Amazon, DigitalOcean или еще любым другим, соответственно, подобным сервисом, то нужно пользоваться его и даже не раздумывать, потому что вы платите за то, что вы не тратите время вот на всю эту инфраструктуру, поднимаете себе даже сложные продукты типа Mesos или DCOS, путем раскатки каких-то образов и просто радуетесь, занимаетесь разработкой своего софта, который при преследовании контракту сразу будет масштабируемым, ну, отчасти, соответственно, сразу будет, не будет иметь некоторых проблем, ну, и так далее, и так далее. Соответственно, парочка ссылочек здесь и лекция Жени Кривошеева, пример смарт-библиотеки и вот пример реализации умной документации можно будет найти.